out on your own. Once the mean of the wild, I said, well, come to me now. I could choose someone like you, or someone who would be. You are out of my command, and to ask no questions. Just a program, and then there were risks. I'm a change in this station. I'll improve your thresholds. I turn you into a super town, and you will be. You are out of my command, and I wonder who's responsible. Для тех, кто еще не успел проснуться, у вас есть уникальный шанс. Именно сейчас вы можете начать пятницу драйвово, классно и весело. У нас в гостях группа Music Renaissance. И давайте ближе сразу знакомиться. Лучшая девушка, бас-гитарист в городе, не потому что единственная, а потому что реально лучшая. Лидер группы, он же гитара, он же вокал, Роман. И, пожалуй, самый веселый барабанщик, Толямба. Просто Толямба. Доброе утро, друзья. Анатолий, доброе утро, друзья. Рады вас видеть у нас в гостях. Сразу говорю, что группа
группа Music Renaissance себя зарекомендовали как самый лучший кавер-бенд, который переигрывает группу Muse. Но, насколько я понимаю, не только Muse у вас есть в репертуаре, у вас обширный репертуар. Давай в трех словах о группе, сколько играете? Раньше мы играли все подряд, просто разные кавера известные, а сейчас мы занимаемся чисто каверами на группу Muse. И недавно мы стали официальным Muse-трибютом в Украине, поэтому пока занимаемся только Muse'ом. Ну и планируем в дальнейшем этим профессионально заниматься. В планах четко работать в этом направлении группа Muse. Как долго вы уже играете? Ну, наша группа существует уже 2.5 года, но только в этом году мы нашли себе хорошего ударника Анатолия. Вот, и наши дела пошли вверх. Вот, Толик из Житомира, вот, он нас сюда пригласил, нам очень нравится, здесь мы начали часто выступать в Житомире и, в принципе, открыли для себя вот такой новый, как бы, рынок, где можно играть постоянно. Друзья, для тех, кто не знает, группа Muse — это легендарная британская группа, которая объединяет троих не просто талантливых, гениальных людей, поэтому именно Music Renaissance, наверное, получили права быть официальным дистрибьютором, потому что реально у вас это очень круто получается. Ну да, просто мы чем-то похожи по исполнению на них. Это отлично. Давайте еще зарядите что-нибудь интересное и продолжим, потому что говорить это мое дело, а вот ваше дело играть. Поехали. Отлично. А сейчас мы сыграем свою песенку авторскую, которую каждый человек сможет найти у нас на страничке ВКонтакте. Песенка под названием «The System». We'll be right back.
Отлично, друзья. Повторю, что это группа Music Renaissance. Для тех, кто не знает английского языка, это обозначает реально крутая группа. Перед тем, как мы вас отпустим, еще пару вопросов. Где можно в ближайшее время вас увидеть, услышать? Сейчас мы работаем над новой программой и планируем такое сделать небольшое турне по Украине где-то в мае, во второй половине мая. На второй половине мая уже надо следить. Есть в соцсетях, я так понимаю, ваша группа, можно заходить? Да, конечно, можно легко найти нашу группу ВКонтакте, Music Renaissance, там мы всегда афишируем даты наших концертов, наши новости, новые песни, там новые видео. Заходите, смотрите. Записи, видео, афиши, информация про группу и где что и как будут выступать. Друзья, действительно, три талантливых, классных музыканта. Прекрасная Юлия, Роман и Анатолий. Ну и давайте напоследок еще одну хорошую песню, так, чтобы пятница действительно началась круто. Давайте еще какой-то хит, который, я думаю, многие люди знают. Любят. Санет. Следите в социальных сетях, ищите их, и с мая месяца будут концерты, а вы пока оставайтесь на телеканале СК1, и мы будем тащить гитару. Спасибо всем, Житомир, спасибо огромное.